Новым годом вас, друзья! Хотелось бы сказать, у меня этот год был насыщенным. Я не могу сказать, что он был плохим. Нет, он был хороший. Во-первых, я открыл канал. У вас уже 200 человек. Я даже не думал, что столько вообще соберется. Думал, там, ну, 150 человек, это вот потолок. Во-вторых, этот год подарил мне другое счастье в виде вот такого еще крохотного человечка. Поэтому я желаю вам найти свое счастье, быть любимыми. Пусть ваши мечты осуществляются. Пусть Новый год принесет вам счастье и побольше баблишка. Немного расскажу вам о своих планах на следующий год. Стены будут. Сейчас зима, сейчас невозможно рисовать, поэтому апрель, май и стены начнутся. Также весной я сделаю обучающие видео. Много кто просил, много кто интересуется и в Инстаграме, и в Ютубе, поэтому ждите. Наверное, ближе к лету, даже в мае, в конце мая. Расскажу, какими красками пользоваться, расскажу, как это все делается поэтапно, какие инструменты нужны. Все, что необходимо знать, я вам расскажу, покажу. За вас, друзья!